Так, ну вот, разобрали кровать. Вроде сегодня пообещали за ней приехать. Сразу сколько места стало. Прям очень громоздкая, конечно, была. Вернее, есть. И. Потом сюда я еще кровать не купила. Но у меня есть... Хорошая, это, ну, как она, надувная кровать. И я на ней пока буду спать. Вообще видела на них, в Америке спят вообще, ну, как бы. Постоянная кровать такая надувная. И наверх матрас кладут. И прям так смотрится, только что без спинки. Мне не нравится без спинки кровать. Не знаю, неужели так удобно без спинки спать. Ну, подушку как-то хочется прислонить, наверное, куда-то. Ну, в общем, пусть она отдастся сегодня вечером. Вроде как пообещали приехать. Так, ну вот, забрали у меня кровать. И я достала сверху, с чердака. У нас есть такая вот надувная постель. Надувная кровать. И я буду ее использовать как временный вариант, пока не приобрету новый. И вот даже сейчас она намного-намного меньше места занимает. Но она дабл, а кровать у меня была king size, еще с такими громоздкими спинками. Поэтому занимала почти всю комнату, полкомнаты. А это прям... Красота! Я даже не ожидала, что у меня столько места будет. Офигеть! Сейчас буду ее надувать. Инструкцию, не знаю я, как это делается. Наверное, Антона звать. В прошлый раз я надула. Как это у меня еще? Оно от розетки. Ага. Ну вот она, все просто. Все, оказывается, плавчик просто открывался. Получилось. Прям 5 минут, и все, она готова. И она готова.
Такое здесь изголовье. Класс. Все, теперь я снова кровать. Ну вот, застелила постель свою. И как мне нравится, что она такая вот передвижная. Совсем недавно думала, как бы кровать купить, которая на колесах. Чтобы ее захотел, сдвинул там, пропылесосил, промыл за ней. А это даже и колеса не нужны. Так вот ногой двигается к стенке. Ну вот. Теперь у меня отличная кровать. Супер. Но места столько. Столько места. Это вообще. Это. Я хотела, ну, как бы, меньшую кровать, и чтоб для, именно для того, чтобы было больше места. Не люблю, когда все впритык, а у нас тут все впритык. И она такая громоздкая, вот стояла, ну, что занимала сколько места, офигеть. Прям не намного длиннее, но кажется, прям вообще стояла, ну, была намного дольше, больше, вернее. Вот, и... Но не представляла, что так будет просторно, классно. Именно вот с этим размером кровати. Это дабл кровать. Дабл кинг сайз. Ну, все. Отлично. Привет, привет. Доброе воскресенье сегодня. И у меня прям новость такая хорошая с самого утра. Мне пришло письмо от Гугла, что мне понижают цену на мой редактор. То есть я плачу за редактор, которым редактирую видео. И они очень сильно повысили цену несколько месяцев назад. Я платила 3 фунта в месяц. Они повысили до 11. Но уже привыкла к редактору, к этому, и решила заплатить. Заплатила. И сейчас мне приходит письмо, что понижают почему-то цену. И очень сильно. Это было 124 в год. А сейчас они снизили, вернее, снизили цену до 18. Может, ошибочно какое-то письмо. Ну, прям... Я даже... В таком удивлении, что просто вообще не знаю даже, как это так бывает. Это я помню, бывало понижение цен у нас, когда мы жили, ну, в детстве моем, Брежнев был. И вот раз, и цены понижают там. Вот, я помню, какие-то понижения цен были такие. Ну, то есть это было такое обычное дело, и сейчас мне так это вспомнилось, та жизнь, и на удивление просто такое понижение, ну, я не знаю даже, я говорю, может быть, ну, не может быть ошибочного письма такого, странно. Ну, в общем, дело в том, что настроение всякое разное повысилось. Вот, что я делаю? Я все покрасила, всю кухню покрасила, спальню свою покрасила. Вчера, ну, с покраской, в общем, я закончила. Все остальное я вообще везде хотела покрасить. Коридор крашеный у нас, в смысле, это без всяких обоев. Там надо обновлять однозначно. Но уже что-то устала, решила остановиться, оставить все до весны, до тепла. Пока. Вот. Ну, а в остальном все. Только прибраться осталось мне. Купила декор на стенку, вот на эту буду вешать. И все это приберу. И уже буду вешать новогодние украшения. Декорирую кухню. Больше мне ничего декорировать. В спальне там даже не знаю, буду что я делать или нет. Пока. Вот. Остальные места у нас... А, ну да, елка же у меня. Господи, у меня же елка наружу. Наружу. Так вот.
поворачивает у меня. Вон она. И у нас есть гирлянды. Да, у нас есть на улице, которые гирлянды вешать. Потому что мы вешали, по-моему, огоньки на дом. Да, огоньки у нас есть. Вот, чтобы, ну, на улице, чтобы было. Не мокли они. Не замкнула их специальные гирлянды на улице. Вот. И елку надо уже будет. В общем, занимаюсь декорациями дома теперь. По-моему, это очень приятно. Праздник пораньше начинать. Пусть он весь декабрь длится. Вот. В январе уже тут начинаются рабочие дни, и мы уже не празднуем. Там старый Новый год, там как-то это у нас наоборот, до Нового года все происходит. Ну, еще всем хорошего воскресенья и следующей рабочей недели. Всем удачных таких писем. Получайте на снижение цен.